Анонс и точно до выхода нового 8-серийного сериала «Везет». Премьера нового сериала стартует 4 ноября на интернет-площадке Иви. Сюжет сериала. Бывший чемпион мотогонок проживает в небольшом северном городке, расположенном на самой окраине России. Иван Потапов давно оставил спорт и теперь работает простым извозчиком в службе «Трезвый водитель». Не сумев пережить одиночество и безрадостное существование, он начал пить, но пытается завязать с алкоголем. Растерявшийся из-за жизненного невезения и потерявший правильное направление, слишком мягкий и небезразличный человек, выброшенный на произвол судьбы, плывет по течению. Он встречает случайных женщин и таких же собутыльников, но старается выбраться из затяжного болота. Невзирая на собственные проблемы и неудачи, гонщик спешит на помощь посторонним людям, оказавшимся в подобном положении. Наделенный добротой и положительными человеческими качествами, он получает судьбоносный шанс на перемены. Напомним, премьера нового сериала состоится 4 ноября на интернет-площадке Иви. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.